Всем привет! Сегодня поговорим о том, как собирать снегокат Тимка Спорт от известного российского производителя товаров для активного зимнего отдыха компании Ника. Модели TS1, TS2, TS4.1 и TSL имеют схожую конструкцию. Отличаются они высотой, наличием спинки и видом транспортировочного троса, соответственно, предназначены для детей разного возраста. Подробнее читайте на сайте компании. Сборку проведем на примере модели TS4.1. Важно отметить, что собирать снегокат должны только взрослые. В комплект входят рама в сборе с тормозом, спинкой и ремнем безопасности. Лыжа передняя в сборе с осью руля и рулеткой. Две боковые лыжи, правая и левая. Руль в сборе с кольцом. Сиденье с основанием. Чехол для спинки. Набор наклеек. Комплект деталей крепежных изделий, паспорт и руководство по эксплуатации. Еще раз обращу ваше внимание, что производитель позаботился о том, чтобы свести к минимуму сборочные операции, хотя речь идет о технически сложном изделии. Снегокат продается в частично собранном виде. В паспорте изделия описан подробный алгоритм сборки с иллюстрациями, что значительно ускоряет работу и позволяет справиться с ней любому человеку даже без особых технических навыков. Нам понадобится гаечный ключ на 13, крестовая отвертка, плоскогубцы, и можем приступать к сборке. Для удобства поднимаем спинку и переворачиваем раму на бок. Берем сиденье с основанием, два винта, еще один винт и прижим. И наживляем сиденье на раму. Через прижим пропускаем еще один винт на 45. Обратите внимание, он немного подлиннее. И тоже наживляем. Выравниваем сиденье относительно рамы и затягиваем винты. Производитель рекомендует собирать снегокат без использования электроинструмента, чтобы контролировать прилагаемые усилия. Далее переворачиваем наш снегокат и устанавливаем амортизаторы на опоры рамы. Далее устанавливаем лыжи. Надеваем лыжи на полозья рамы и закрепляем их болтами на 50 с шайбами и гайками. Наживляем и затягиваем ключом на 13. На рулевую колонку устанавливаем шплинт, шайбу, пружину, еще одну шайбу и втулку. Концы шплинта разводим плоскогубцами. Устанавливаем рулевую колонку в раму. Надеваем вторую втулку. Ставим руль. Совмещаем отверстие. И вставляем втулку-стопор. Устанавливаем кольцо на место крепления. На спинку надеваем чехол. И остался последний штрих. Украсим снегокат декоративными наклейками из подарочного набора. Вот и все. Снегокат Тимка Спорт готов к активным зимним прогулкам и покорению снежных гор. Хотелось бы обратить ваше внимание на несколько особенностей этой модели. Мягкое сиденье выполнено из ткани с водоотталкивающим покрытием. Модель TS4 оснащена ремнем безопасности. Спинка складная. Спортивный руль эргономичной формы легко помещается в детской руке. Модель TS4.1 оснащена автоматической намоткой транспортировочного троса. Она предотвратит наезд лыж во время движения и обеспечит удобное хранение. В моделях TS1, TS2 и TSL трос в классическом исполнении. Лыжи изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Прочный стальной каркас рассчитан на грузоподъемность до 100 кг. Усиленный тормоз способствует снижению скорости при движении даже на обледенелых поверхностях.
Производитель предлагает богатую цветовую гамму. С легкостью можно подобрать дизайн как для юной леди, так и для маленького сорванца. Снегокат Тимка Спорт станет отличным подарком для любого ребенка.